И всем привет, с вами я Супер. И сегодня мы будем снимать тему про бесплатные игры. Вот. Значит, бесплатные игры в Стиме и в различных других, я не знаю, сайтах. И, например, есть Sports Sooner Game. Кроме Стима, конечно, есть разные программы тоже. Где тоже создают игры. Давайте сначала перейдем на сайт всетоп.ком. Я не знаю, кто об этом сайте не знает, но хотя, мне кажется, большинство. Потому что если раздача бесплатных игр, всего лишь-то тут просмотров-то 260 тысяч. Минимум должно быть здесь миллион. Ну, конечно, эти игры потом сразу закончатся, в тираже они по-любому ограничены, делаются и в определенное количество времени. Вот. Я успел снять, то есть сейчас 20-е, а я уже все эти игры активировал. Вот. Не все, только кроме одной, которая мне не нужна. Вот. Давайте скажу, сейчас акция проходит, значит, Origin. Вот. Проходите и получайте совершенно бесплатно эту игрушку. Planet of the Zombies. Наверное, каждый игрок тоже играл вообще. Таких, если есть человек, который это не играл, просто у тебя, значит, либо не было детства, либо у тебя было совершенно другое детство. Потому что эта игра, я не знаю, не то, что можно ее играть как флеш-игру, то есть в онлайн. Она и выходила в дисках, я не знаю, много чего. Выходила разные версии, и на мобилке можно поиграть вроде бесплатно. Вот. И здесь теперь можно тоже бесплатно. Но лимит это написано, only limit. То есть ограничено. Может быть тиражом 100 тысяч, может быть миллион. Вот. Origin не понять. Кстати, Origin я вроде не скачал, но я скачал, значит, вот этот Uplay. То есть Uplay. Сейчас дальше будут охуенные, конечно, игры бесплатные. Это Assassin's Creed, Black Flag, вот, от Ubisoft. Я зарегистрировался, понятное дело, уже давно был зареган. Вот. Все-таки уже скоро мне 17 лет, наверное, не зря прожил жизнь, но мне надо пройти эту игрушку. Ну и не только эту, мне надо пройти ту же GTA 5, сейчас я которую вам покажу. Ну давайте потом, сейчас я вам покажу сначала Assassin's Creed. Ну, Assassin's Creed, вот. До 23 декабря успейте тупо и забирайте эту игру халявно. Потом можете вроде играть. Вроде, да, вот, вроде бесплатно, то есть до конца, то есть до конца. Не до времени, а именно вы можете потом, вот как скачаете, можете просто играть его, вроде free game. Если не ошибаюсь, но не обещаю. Вот. Но я ее не качал, потому что она на мой ноутбук тупо не пойдет. Вот. Watch Dogs вроде мне должен пойти, вот. Я бы хотел бы эту серию игр поиграть. Вроде как, типа GTA, но ты хакер. Вот. Да, я не успел эту серию пройти. Даже GTA 5, хотя она уже выходила в 2015 году. Вот. Сколько уже, 2 года прошло. Уже сейчас третий год идет, а я даже не поиграл в GTA 5. Черт возьми. Кроме этого гребаного GTA San Andreas, Самп, я ничего не смог сыграть вроде. Ну, от силы там GTA Vice City, ну, разные части старые, вот. World of Conflict тоже я взял. Вот тупо, когда вы зарегистрированы, можете зарегистрироваться в Ubisoft, вот, и получить сразу эти 3 игры халявно. Просто, если вы любите халяву, наверное, кто не любит халяву? Наверное, только в цивилизованных странах не любят халяву, потому что там, ну, у тебя зарплата там, не знаю, 10 тысяч долларов в неделю, ты... Тебе не надо, ты лучше купишь и поддержишь, я не знаю, издателя игр, вот, разработчика игр. Еще вот такая игрушка, но я ее не брал, я не знаю для чего, а для Стима что ли, или не для Стима, непонятная игрушка. Вот, и самая топовая игра это Kingdom, я по ней видео снимал, вот. Но вроде толком люди не смотрели, хотя игрушка топовая. Так, ну вот, Kingdom, тупо заходите в Steam. Вот, я зашел в Steam, к примеру, и тупо получаете бесплатно эту игру. Ну, вроде она не вечна, то есть вроде на 24 часа. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, вот, получил эту игру в библиотеке Steam. Вот, free of for 24 часа, то есть. Ну, потом, конечно, придется покупать за 720 тенге. Кстати, вот, я еще смотрел вот GTA 5, хотелось бы купить. Вот, ну... Это, конечно, круто, потому что у нас в Казахстане нету НДС, то есть мы не можем не платить налоги, оу, oh, yeah. Но плохо то, что в Steam, вот смотрите, сейчас вам покажу, купить для себя. Я хотел купить, реально, у меня есть эти деньги. Вот, ну, я вам покажу. Карточку, конечно, сделал 5 секунд, но я пока не сделал.
Хотя мне уже 16, мне надо делать карточку. Вот у меня Visa есть, MasterCard, American Express. Вот. Надо Visa, конечно, карточку открыть в Сбербанке. Не топовый, конечно, банк, вроде как. Ну, у моего отца есть, и нормально вроде идет. Вот. Даже как-то деньги копятся. Ладно, я не про это, я про бесплатные игры. Так, Kingdom, еще в Kingdom есть сейчас. Ниже надо, чтобы мне удобнее было назад делать. По Kingdom есть. Kingdom. Так. Пишем Kingdom просто. И здесь есть бесплатное дополнение. Classic. Так, вниз. Об этом, конечно, здесь не указано. Видите, только Classic написано. До 21 декабря. То есть, блин, надо поиграть. Хотя у меня была пиратка, я ее играл. Так, давайте сразу напишем Kingdom Newlands. Где на классике вряд ли будет, но если вы купите, к примеру, полностью это дополнение, вам будет халявный DLC в виде Kingdom Newlands School Island. Island. Остров, я не знаю, скелетов, мертвых, падших, я не знаю. Вот. Как смог перевел. Может, правильно перевел, я не знаю. 19 декабря вышел, то есть недавно буквально, вот видите. Вот. Бесплатное дополнение, тут люди пишут, это охрененно. Вот. Пишут, что ли, пользуются, обзор ли. Ну, вот смотрите, какое, значит, обновление, значит, тут какой-то новый тотем появился, улучшение. Для чего, я не знаю. Вот. Сами монстрики. Туман появился. Ну, туман до этого вроде был тоже. Не знаю. Вот, шестой остров, значит. Можно исследовать, развиваться. Новое величайшее испытание, которого не было в Kingdom, станет проверкой ваших способностей. Сможете ли вы пережить эти ночи и стать правителем, который так нужен народу? Вот. И тут пишешь, ей, бесплатный контент. Сначала не понял, как попасть на остров, но потом разобрался. Спасибо за дополнение. Вот, такие вот дела. Ну, главное, вот, про бесплатные игрушки я рассказал. Конечно, через сайт. Спасибо всем топ, что я смог снять такое видео. Воу-воу-воу, полегче что-то. А, это хоррорная игра. Ну, я не знаю, что тут надо. А, регистрироваться, всем привязывать. Мне это лень. Я хоррорные игры толком не играю. Вот. Ну, берите эти игры. Вот, желаю удачи, чтобы вы эти игры все получили. А если вы не смогли получить, например, если раньше смотрели, 24 декабря или под Новый год, то желаю вам Нового года, конечно. Вот. Что еще могу сказать? Конечно, можете здесь вы любую игру скачать абсолютно, которую добавил админ. Можно даже Getting Over It. Вот. Конечно, я видел видео, когда китайцы это проходило много часов, и потом падает самое начало. Это просто смешно, когда пукан разрывается. Ну, это жалко, это тупая трата времени, конечно, но эта игра, вот видите, я создал эту игру для определенного круга лиц, чтобы заставить их страдать. Вот. Она заставляет вас страдать, конечно, если вы будете играть. Вот. Ну, тут разные игрушки есть. Вау, даже вот такой есть, значит, симулятор вроде... Руку, да? А точнее пальцы, которым вы должны научиться ловко заряжать револьвер и крутить спиннер. Чё? А, ну, наверное, крутить барабан. Ну, может быть, и спиннер. Чтобы выстрелить из оружия, вам... Ну, вот видите, вот можете тупо качать игры. Вот, конечно, не забывайте здесь использовать этот код. Все топ, что-то там. Вот, все top.com/t1v. Вот. А то, наверное, есть такие чуваки. А, да реально спиннеры крутишь, лол. Окей. Будем заканчивать на этом. Чай сейчас выпью. Итак, будем заканчивать видео на этом. Вот, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. И подпишитесь на мой канал. Вам не сложно, мне приятно. Все, всем удачи. Всем пока-пока.